Привет, друзья! Немного Мадагаскара вам в ленты. Офигенно на самом деле. Ну, офигенность ты чувствуешь со второго раза. Здорово, чувак! Вот вам видели, всем передал чувак привет. Мы прилетели в город Тулиар, это на краешке Мадагаскара. И завтра у нас будет основная фишечка, которой я прям обещаю, что я вас удивлю всех. Всем привет. На самом деле, идея поехать на маршрутке по Мадагаскару зрела давно достаточно, но не было, то машины не было, то у меня работа была. И самое замечательное в этом во всем, когда ты с гостиничного номера 11 подходишь к стоянке автомобильной, а у тебя тут маршрутка. Ну, на самом деле, это прям дико круто. Это «Газель Бизнес», полный привод, все пироги. Сейчас поедем к океану. Привет! Если бы вы меня сейчас спросите, каково это ехать на маршрутке по Мадагаскару в городке Тулиар, ну, могу сказать, что это дико прикольно. Почему? Потому что вот, например, провожают на маршрут, мы сегодня выезжаем на маршрут, и провожает нас целый карнавал. То есть события, которые мы сейчас пытаемся осуществить, настолько значимое, что мэр городка назвал карнавал, и вот, пожалуйста, люди танцуют, машут флагами, полиция. Потому что не каждый день чуваки едут по острову на газели в поисках хорошего шоколада, чтобы привезти этот шоколад вам в Москву. Ехали в неземной мадагаскарский рай на нашей газелюшечке. И теперь всем купаться. Там сейчас круто будет. Море, море. Раз, два, три. Сейчас мы вам покажем типичный рынок в глубинке Мадагаскара. Прям классика, африканская, мадагаскарская классика. Народ сюда приезжает со всех деревень, продают еду, шматье, всякие инструменты, да все что угодно продают. Вот так и живут. Мы продолжаем ехать на газели. Сегодня будем ехать весь день. Впереди почти 490 километров. На газель едется прекрасно. Ну а что не прекрасно? Полноприводный автобус большой. Места у нас там много. Все хорошо. Доехали до городка Илакака. Скажем так, это своеобразная столица. Это место, где реализуют добытые сапфиры, рубины, драгоценные камни. Пусть вас не смущает такая вот убогость, бабла тут столько, что можно офигеть. За каждым таким домиком я сделаю репортаж. Вот, например, за красным забором может скрываться мешки с килограммами сапфиров. То есть мы здесь не первый раз, поэтому мы хорошо, очень хорошо знаем, о чем говорим. Никогда не перестает удивлять. Вот так едешь, едешь, и
просто посередине Мадагаскара, бах, встречаешь машину из своего счастливого советского детства. Вот он, газончик-то, шишка, усталый. Смотрите, какие покрышки вытертые. И очень забавно, потому что вот сверху стоит наша газель, к которой мы приехали. А здесь вот наша машина, причем, смотрите, вот еще знак качества на нем есть. Good car. Very good. Очень любит его местная. То есть буквально можно машину починить на коленке. Сейчас, внимание, сейчас что будет. Учину реаль. И на реаль я учину. Миллиарь. А? Миллиарь. Миллиарь. Миллиару. А на круг. А мы поймали хамелеона. Помните, я говорил, что они ходят как кошки? Так вот, пожалуйста. Такой хамелеон. Тин-дин-дин. Фига себе, да? Какие водятся. Он на самом деле такой сильный. Прям одной лапой он прям держится. А у нас вот так. Прям тропический дождь. На Мадагаскаре, это прям настоящий Мадагаскар, это не Бали. Посмотри, у нас какая красота здесь. А завтра у нас приедут фотомодели местные, снимать будем сумки, вот эту продукцию на местных моделях, поэтому будет интересно.